Рождество Твое, Богородице Дева, радость возвести всех селений, из Тебе, Богу, сия солнце правды, Христос Бог наш, и разрушил. Посети виноград сей и утверди их, яко же насади десница Твоя. Священные митрополиты, архиепископы, епископы православные, весь священнический, диаконский, монашеский чин и весь притча церковный, братью и прихожан святаго храма сего, благотворителей, жертвователей, благоукрасителей, тружеников святаго храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствие Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Горе имеем сердца. Образом появления на свет, она сегодня для нас является совершенно новым праздником, потому что она, родившись в Ветхом Завете,
в этом Ветхом Завете, где око за око и зуб за зуб, она принесла в этот мир абсолютную любовь и человеколюбие. Это смирение, которое превосходит всякую мысль человеческую. И эту кротость, без которой невозможно человеку осознать себя человеком, Детем Божьим. Вот и в сегодняшний день мы совершаем этот великий праздник, праздник Нового Завета, праздник появления на свет той, через которую Господь Бог явился во плоти здесь, на земле. Наша народе, она будет для нас очень значимым всегда, если мы почитали и любили и исторически этот день, и особенно почитали Пресвятую Богородицу, потому что она своим покровом за все эти тысячелетия неоднократно покрывала русскую землю своей любовью и помогала выживать самые невозможные времена. Надеемся и молимся Богу, Его Пречистой Матери, что и в сегодняшнее время она поможет нам с вами сохраниться на нашем родном земле, выжить, сохранить нашу веру, а через эту веру сохранить и наш народ. С праздником всех вас!